Лучше бы они написали, можно ли толбоя с усыпляющего положить. Хотя у меня есть на этот счет определенные сомнения. Палач укрылся в башне. Пора отомстить тому, кто причинил вам столько боли и страдания. Поручение. Так, найти станцию вещания, найти комнату палача, убить палача. О, убить палача? Давно я никого не убивал. Последний раз мы Леди Бойл пришили. Так, давайте смотреть. Что-то мне не нравится то, что здесь у нас как-то это все внизу. Не очень, наверное, удачное место, не очень удачную точку входа мы с вами выбрали. Вон, видите, телек там. По телеку он что-то говорит. Так, ребят, только не говорите, что вы сейчас здесь стоять будете. Раз, два, три, четыре. Уходи, 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 уходи оттуда. Эх. Где у них там тревога? А, вон, видите, сирена стоит. Ее, конечно, сразу в первую очередь стоило бы отключить. Так. Так, положим его здесь, наверное. Пусть спит крепким сном, а мы с вами отправимся сюда снова наверх. Ой, увидел. Прячемся. Так. Блин, выглянул скотина. Хорошо, что я того еще припрятал неплохо. Здесь есть руны? Раз, два. Ух ты, целых две. Нифига себе. Прилично. Надо глянуть, куда он сейчас пойдет. Не-н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 е. И сразу захватываем его. Оу, е! Так, золотой. Давай-ка мы тебя припрячем сейчас куда-нибудь. Например, вот в эту комнатку. Правда, тут мышки. Не очень-то это и хорошо. Ну, если мы тебя положим сюда на ящичек. Так, давайте его сюда куда-нибудь. Оп. Ложись. Отлично. И смотрим, что у нас тут. У нас тут есть целебный эликсир, оказывается, который мы взять не можем. Пистолет. И все, больше ничего тут нет. Ладно. Можно уходить. Вон еще один у нас стоит. Надо как-то незаметно отключить вот эту системку. Эх. Как бы это сделать так получше? Ну, можно, кстати говоря, путем остановки времени. А что, давайте попробуем. Да тихо, 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 тихо! Тут все свои. Че, не ожидал? Так. Не, он стоит там по-прежнему. Но к нему можно подокрасться. Так, главное, что... Так, 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 так. Вот там еще, смотрите, одна такая же дверь есть. Я думаю, туда также стоило бы заглянуть. И вот дверь еще была внизу. Кадым. Может, его сразу завалить? И отнести туда, в соседнюю как раз. Так, дружочек. Давай-ка сейчас быстренько к тебе. Как же тебя схватить? Во! Я уж было подумал, сейчас ничего не получится, а тут
Мне, смотрите, как повезло прям. Так, побыстрей. Ох. Ключ от всех дверей. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, и куда его спрятать? Блин, спрятать-то его некуда. Тело-то упадет. Сейчас, давайте-ка используем наше зрение. Давайте вот рядом их всех положим тут. О, смотрите, там еще какие-то эликсиры у нас лежат. Так, ложись-ка со своим другом. Без сознания. Так, ребяточки, духовный бальзам. Вот он мне как раз и пригодится. Так, станция вещания. Ну, конечно, чего интересного. Но мы пойдем на станцию вещания после того, как здесь все еще... А, стоп, дверь была внизу еще тут какая-то, насколько я помню. Закрываем. Эх, бляха-муха. Какие-то люди непонятные там. Фу! Или она в какое-то другое место пошла? Блин, ты что делаешь? В гольфиках. Да поднимись ты уже. Комната палача, кстати, там через 71 метр. Слушай, я вот думаю, как нам лучше пойти, сверху или снизу? Блин, пойдемте, черт подери, сверху. Так. Кстати, как включить? Рычаг. А для чего? Так. Hello. You. I knew you'd come for me, assassin. But you wasted the trip. My men are disciplined, and Dunwall Tower is the most fortified structure in the city. Guardsmen are on their way to intercept you now. So run or fight. Either way, you won't leave this place alive. Так. Давайте снимем маску. Корво! Ты! Ты маск-виллен, который мы ищем. Ты! Ну, это не важно. Я не могу поверить, что ты вернулся сюда. Сегодня мы можем связать лусые концы. В этот раз, Корво, you'll face your execution instead of slipping away. Да фиг тебе! Сейчас мы всех твоих друзей усыпим прямо здесь. Сейчас тревога, наверное, будет по всему зданию. Да? Так, сейчас подождет стражник, когда я одену масочку, правильно? Так, это готов. Это готов. Ну что, все? Жесть. Да вы что, офигели? Как слабовато. Сейчас сразу всех припрячем здесь. Пусть отдыхают. Так. Так, у меня как раз для вас есть. Так, для тебя. О, май факинг гад, друзья. Так, ты что, золотой? Ты как не прав, мне кажется, здесь. Найдет он меня, блин. Да 300 раз нашел. Воп! Саечка за испуг. Так, этого тоже хватаем сразу. Давайте его туда тоже отнесем. Так, сколько мы уже тут с вами насобирали? Отсюда пропали трупы? Нифига себе. Так. Сержант городской стражи. Да, вот по телеку нормально я поговорил с ним, да? Так, отсюда заберем. Какая разница, все равно они все пропадут, как только я других усыплю. Вот это, кстати, мне не очень нравится, что трупы пропадают. Ну куда же они пропадают? Не может такого быть. Так. Может быть, какую-нибудь фигуру с вами? Может, какой-нибудь треугольник? Ну-ка, давайте-ка сейчас. Так, на букву Х-то хватит. А еще на две буквы нужно будет с вами трупов насобирать. Так, давайте вот этого. Этот у нас сложится вот так. Отлично.
И вот этот ложится у нас вот так. X. Это буква X. Ха! Погнали. Сирену выключили, сирену они не включат. Смотрим. А, там у нас лестница. Стоп. Лестница — это все хорошо, но... Там вот видите, наверху вот эта штуковина, поэтому нам нужно сейчас здесь немножечко... Оп, вот так вот. Правильно? Электрическая схема разрядного столба. Крысы выбежали! А где они? Куда они делись? Блин, они пропали. Ладно, я надеюсь, трупы не сожрут. Окей. Ладно, идем дальше тогда с вами. Сейчас откроем здесь, тоже посмотрим. Так, просто отключаем эту стену. Все верно. Тут у нас... Ну, теперь по-любому нужно будет очень часто использовать. Так, руна, слышу ее. Или это костяной амулет. Так, сколько там? 11 метров. Это на следующем этаже, по всей видимости. А вам не кажется, что их что-то много тут, реально? Так. Может, все-таки и правда там как-нибудь пройти? Оу! Извините! Давайте-ка пойдем здесь. Книжку тоже нужно прочитать. Мародеры. Отрывок из письма, найденного в пустом доме на окраине торгового квартала Раджер. Пошли дальше. Какой-то прям универсальный ключ, да? Так, пули. Перья. Кто там топает? А, вот. Переработанная ворвань. Ключ от комнаты охраны. Но нам этот ключ не нужен. Нам еще, кстати, с вами плаща надо найти. Оу, фак. А вот, наверное, вниз туда как раз-таки к плачу нужно будет спускаться. Так, поверху пойдем. Сейчас с этими ребяточками расправимся. Плохо, что у меня усыпляющего больше ничего нет. I've been hearing strange noises from the end of the hallway. It's probably coming from the torturer's rooms. He's a walking freak, so just stay clear of him. Everyone does. What's wrong with him? He's mute. But it's more than that. I heard the overseers were furious because they suspect him of practicing the dark arts. But the regent ordered them to leave him alone for now. Like I said, avoid the area. Ладно, тогда придется нам как-то управляться с ними. Причем надо делать это как-то все по-тихому теперь. Так, насколько далеко он сможет уйти? Блин, недалеко. Ах ты ж. Бляха-муха, ну уйди куда-нибудь. А может просто мимо них пройти? Ну нет, там вкусняхи какие-то лежат. О-о-о-о-о-о-о! Смотрите, что делаем. Сейчас мы останавливаем время. Давай. Ну давай! What the fuck? Воу! Спокойно, ребята. Так, может быть, еще разочек время остановим. Help! Oh my fucking god. Так, ладно, побегать надо теперь. Так. О-о. Чё горишь? Время остановили. Оу-е. Отдыхай, золотой. Такс. Тут со всеми вроде бы расправились. Тревогу они, понятное дело, включить не смогут. Сейчас мы сюда его положим. Здесь заберем все оставшееся. Так, давай-ка тебя тоже подпрячем, сержантик молодой. Воу, нет, только не крысы, только не жрите их. Давайте его на стол, что ли, тогда положим. Так, одного сюда. Отлично. И другого, может, даже в кроватку стоило бы его положить. Ну ладно, на столе здесь полежат, но все равно исчезнут. Отлично.